В Бангкоке и соседних провинциях Таиланда загрязнение воздуха сразу в 14 раз превысило безопасный уровень. Местные власти призывают людей не выходить из дома без особой необходимости и избегать активной деятельности на улице. Сами жители жалуются на плохую видимость и затрудненное дыхание. В 28 районах Бангкока и соседних провинциях индекс загрязнения повысился до критического красного уровня. С самого утра в центре столицы висит смог. Жители задыхаются от сильного запаха гари. Врачи рекомендуют людям с респираторными заболеваниями, такими как астма, ограничить пребывание на открытом воздухе. Впрочем, такое в королевстве случается регулярно. Обычно пик загрязнения воздуха приходится на период с декабря по апрель. В это время года здесь практически не бывает ветра. В связи с чем вредные выбросы задерживаются в атмосфере. Ситуацию также усугубляют сезонные пожары на сельхозугодьях.